Сейчас я стою на твердой земле, однако, когда тает снег, здесь картина кардинально меняется. Вот это вот поле превращается в одно огромное водное пространство. Там находятся деревни Маринина и Рогозинина. Весной они оказываются полностью отрезаны от города. Люди добираются туда на лодках. Вода доходит до колена. Прошлой весной масштаб затопления стал неожиданностью даже для старожилов. Местные жители строили баррикады. Власти привозили тонны песка, чтобы не подпустить наводнение к зданиям. Но не спасало. Сын-то потом на лодке на резиновой сюда-то заплывал, так? Всего в городе и близлежащих деревнях подтопило больше 800 зданий. Как Великий Устюг встретит паводок в этом году, накануне обсуждали на выездном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. На восток области прибыл глава региона Олег Кувшинников. Приехали специалисты из Архангельской области и московские гости, руководители департаментов МЧС России. В рамках решения правительственной комиссии Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории Вологодской области работает оперативная группа МЧС России. Одна из задач – это проверить готовность двух субъектов, сил территориальной системы РСЧС, сил областных и Архангельской области, и Вологодской. Задача сегодняшнего мероприятия – это обсудить межведомственное взаимодействие двух регионов и синхронизировать действия аварийно-спасательных служб, которые будут направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций в двух регионах, которые наиболее подвержены в паводковый период затопления. Оба региона связаны Северной Двиной, которая берет начало в районе Великого Устюга. Сейчас на водной артерии ведутся ледорезные и взрывные работы, чернение льда. Приходится работать быстро. До вскрытия рек осталось, по прогнозам синоптиков, чуть больше 2 недель. Вообще ситуация с паводком будет сложная, говорят специалисты. Максимальные уровни весеннего половодья заторные. На уровне неблагоприятной отметки 720. Это уже начало подтопления Великого Устюга. В случае продолжительного стояния затора более 24 часов высота уровня может быть превышена. И если во время половодья будут идти дожди, Великий Устюг рискует превратиться в Венецию. К такому развитию событий подготовка уже ведется. В городе будут развернуты 7 стационарных эвакопунктов. Один из них уже полностью готов в политехническом училище. Здесь могут расположиться 100 человек. Получить медицинскую и психологическую помощь, питание и даже одежду. С голоду не умрем. А это уже мобильный пункт временного размещения. Его, как и подвижной пункт управления, расположили на набережной города. Выбранное место только для наглядной демонстрации. Лагеря могут быть развернуты в любой точке. И здесь есть все необходимое, вплоть до доступа в интернет. Также гости осмотрели технику, которая будет работать на территории района. Беспилотники, лодки, суда на воздушной подушке, система оповещения – все в боевой готовности. А еще планируется привлечь 2 вертолета Ми-8. Ликвидировать последствия наводнения будут больше 200 спасателей. А если потребуется, на помощь придут и федеральные силы. Дарья Анфиногенова, Николай Замараев, Новости Вологды.